When the morning come, when the morning come, wake me up, when the morning come. Привет, наши любимые, дорогие, милые подписчики! Вы просили, мы показываем. Наш папа только что пожарил пожарил картошечку. Я сделала такой летний салатик: капуста, морковка, ароматное масло, соль, перец, сахар и яблочный уксус. Ветчина, огурчики, и мы садимся ужинать. А теперь Чернова дома не сидят, Чернова едут погулять. Полька кепку забыла, она уже на улице. Едем в магазин и берем вас с собой. Ты кепочку забыла, на, мадам? Ну возьми, зачем я несла? О, девки такие у нас противные, а? Короче, ребята, те, которых мы сегодня видели возле 7-й школы, с кем мы болтали, кто подарил нам вкусные конфеты? Напишите, мы даже не спросили, как вас зовут. Привет вам большой. Вы точно узнаете, о ком мы говорим. То, что мы говорим о вас. Пристегиваемся. А почему ты снимаешь? Нам делают замечание. Почему ты снимаешь только себя? Скажи, пожалуйста. Ну, не знаю, почему я только себя снимаю. Да ладно? Вот, тебя тоже видно. Не переживай. Неси в компот, там повар ноги моет. Короче, у нас настолько огромный город, что мы проехали с одного конца в другой. У нас сухо. И в нашем конце солнце. Дождя нету, а сюда приезжаем. Здесь черное небо, короче, и вот такие грязные лужи. Это какая-то пыльца или что это? Почему она такая грязная? Это пыльца. Деревья. В общем, у нас очень большой город, ребят. Очень. Да. Разный климат просто. Ты меня так сейчас снимаешь, что у меня все вот эти 4 кассы смотрят. А ты смущаешься, что ты? Мы же блогеры. Поднимись выше, да, еще выше, чтобы я оказалась меньше, да? Мы приехали в магазин купить Монике что-то из вещей. Ребенок голый, бедный, да. Она весь мозг смысла, надо что-то купить. Очень красиво, мне нравится. Поле особенно. Вот это вот самый классный, Монь. Мне кажется, вот это вот ты. Папа. Это поле, это... Даже ловит снов. Это же у нас такое висит. Я обожала. Да. Это мне, это мой папа. А это? Никто это? Это кто? Я не знаю. Блин, Панька, что ты так бегаешь? Аж фокус у тебя за тобой не успел. На, если костюм не по длине. Это низ или верх? Нет. Красиво. Цыган. Очень. Давай, показывайся. Господи. Покажись. Ну прикольно, не? Нет. Пожалуйста. Чего ты нашла? Себе платьице? Оно тебе небольшое. Суть, ты сейчас чуть не упала. Дождик! Наконец-то, мы этот дождь. Побудем в этом районе. Только несколько дней подряд курю. Дождик, как мы его давно не видели. Мы купили пару вещичек. Я себе кое-что взяла, мелочь. Монике одну, Миленке две. И Миленочка у нас доросла до этого, ну, магазинчика. Она себе 2XS. Когда я обращала внимание, что есть 2, ну, X и XS. Я только XS видела. XS это больше или меньше? XS это какой-то 30. Это больше. XS это 34, наверное. А 2XS, наверное, 32. И, в общем, Милена уже может одеваться в Нью-Йоркере, но Моника в этом бомжатнике сказала, одеваться больше не будет. Так что рассказывайте, ребята, рассказывайте, те, кто живет в Латвии, где одеваться. Скажи мне, куда мы едем вообще? Может, вы знаете какие-то Ты на фоне мусорников очень. Что? Пластмассовый друг. Видите, нас здесь надо выкидывать пластмассовые бутылки, а здесь стекло. Все круто.
Эйропа. Да. Так, что ты говорил там? Ты меня сбила уже со своими мусорниками. Ну, я тебя отомстила за вчера. А что было вчера? Ты же меня сбил. Телепортация в другой магазин, да? Завершена я удачно. Я уже что? Магазина бегать. Полина, ты что уши закрыла? Ты в метро? Сейчас мы приехали в другой магазин просто погулять. У нас время есть, да? Да. Может, Монике будет это не бомжать, посмотрим. А вообще понравится, наши королеве. Да. Новый магазин какой-то? Папа, угадай, что это? Что это? А я не знаю. Это не я не буду подсказывать. Не буду. Не, ну у меня, конечно, фантазия бурная. Мужчина, что? Это затычка ванны. Нет, это макияж сделать. Макияж сделать? Ну, это, мне кажется, рисовать глаз так делать. Что? Это бьюти-блендер. Бьюти-блендер? А ему это ничего не дало. Тональный крем наносить. А в Линдексе зеркало стройнит. Посмотрите, какие мы стройные. На самом деле, оно вот так и делает. Борода длиннее. В этом зеркале борода длиннее у него, да? Да, у меня даже боков почти нет. Друзья, у нас уже 9 часов вечера, и мы приехали перед сном подышать, опять же, морским воздухом. Ой, купили химозу, да, которую дети очень выпросили папу, чтобы купил. У нас, как всегда, красота, липота. Закат. Закат, все. Настюшка что-то в телефоне делает. Я работаю. Работаешь, да, я тоже работаю. Хотели вам рассказать кое-что, не знаю, спросить или как. Вот, допустим, вот Моника, вот на следующей неделе она едет на экскурсию с классом в Тарту. Это получается Эстония, да? Да. И прикиньте, и эта экскурсия стоит 50 евро. Не знаю, мне кажется, дороговато, не? Рассказывайте, сколько стоит экскурсия ваших деток, куда ездят. Что интересного смотрят? Да, потому что вот наши дети, мне кажется, в школьный это период весь, они уже были по всей Латвии, мне кажется, быть. Ну везде, где вот, где мы были, когда мы уже учились. Уже ездят, видишь, в Эстонию. Да, уже в Эстонию. В Польшу класс ездил. А Моня, а мы тогда тебя, ну, ты не поехала? Не поехала. А класс поехал? Все, что ли? Польшу мы ее не отпустили, это правда. Да, это вот факт, просто я нам категорически очень не хотела. Очень боязно ее отпускать. Там на сколько дней там надо было? Две ночи, и это Польша. Это я, ну, я молчу, но это Польша, да. Послушайте, как шумит наше прекрасное Балтийское море. Короче, пока мы тут сидим, смотрим на закат, читаем комментарии ваши. И можем сразу ответить. У нас был вопрос, если мы затронули тему путешествий, где мы были. Честно, мы с семьей нигде не путешествовали, да? Да. Ну, Литва считается, что мы ездили в путешествие в Йозус. Ну, это Литва, это Литва, не это другой город. Например, почему? В Дельфинарии мы ездили, в Клайпеду. Это прям путешествие всех путешествий. Ну и как бы вот. Из путешествий все. Не, ну почему ты была в Балтике, в России? Нет, я говорю с семьей, мы вот с семьей, да? Целой семьей. Я много ездила с родителями в детстве, в подростковом возрасте. Но это тоже были такие путешествия, именно путешествия, отдых. Мы ездили в Крым, мы были на Украине, или в Украине. Я была в Беларуси, в России. Где еще? Вот которые все страны соседи, я там везде была. Это мы вот классно. И мы часто ездили именно на машине с родителями. Вы представляете, до Крыма мы ездили именно на машине. Это вообще прям целое путешествие было. Монька у нас отдельно была в Белоруссии, в Эстонии, в Литве, в Москву она ездила. Но это вот она с моими родителями или что-то по школе, вот так. Я отдельно от них был. В Ирландии, в Дании был несколько раз. Этот город, вот Дания мне нравится очень сильно, вообще. Если что, мы туда переедем. Но расспрашивать вас не буду. В этом видео вы нам писали и много раз говорили, классно, что у нас новая
новые заставки. Мы ушли от этой картинки, и мы теперь делаем всегда разные заставки. И вам это нравится. И вы нам это написали несколько раз. Спасибо вам большое. Нам приятно. Передаю привет Карине Титовой. Да. Кате. Да. Они все из 9 Б. И еще передаю привет Вове. Из седьмой школы. Да. Все? И мне еще кому? Маленькие одноклассницы. Кому? Ангелине. Да. И еще Аделе. Анаделе. Хорошо. Ангелина Шерстнева из Монькиного класса. Привет. Да. Привет. Еще привет Насте Диконенко. И спасибо тебе огромное. Да. Это я еще вчера хотела тебе привет передать. Но моя дырявая голова. Еще мы передаем огромный привет нашей собаке Еве, которой мы третий день забываем купить корм. Не, ну она у нас кушает. Нет, она не ест. Сейчас я говорю, подумают, что мы вообще не кормим, нас сейчас позовут этих гринпис. Наверное. Его зелененькие кузнечики повяжут, короче. В этом есть тот ли? И мы его еще будем искать. Просто ей нужен специализированный корм. Катя, привет, Маша. Закрыто все, да? Марсику привет еще нашему, да. Короче, ребят, мы вообще в это время должны быть в постели, мы катаемся. Черновы, такие черновы. Ага. Это вообще... Рассказывайте, чем вы занимаетесь по вечерам. Ребят, это был мега информативный влог, я считаю. Ну просто у нас сегодня было время взять камеру вечером, и мы сразу же взяли камеру, так что не обижайтесь и не... Не-не-не, короче... А да-да-да, короче, ставьте пальчики вверх. Спасибо, что вы с нами, спасибо, да. Что вы нас смотрите. И столько приятных слов мы от вас получаем. И если честно, именно поэтому хочется брать камеру в руки. Например, сегодня нас вдохновили ребята, которые нам подошли возле седьмой школы. И правда вдохновили, и хотелось снимать. И просто таких людей хочется снимать. Фактически, да. Снимать и еще раз снимать. Это правда. Спасибо вам большое. Пока-пока. I bet you Remy duffed them. I told you not to touch them. It's not up for discussion. All my clothes is custom, straight from France. My hands like Mayweather.